На топ в хату, господа. У микрофона Данте, и почему мне не возвращается Ведьмака после ОБСа? Вернулась. Сейчас я еще, значит, выключаю Телеграм. И сегодня мы продолжаем, что делать правильно. Расколдовывать Уму. Ликвор Велохвоста, Ядовитой Железы, Мантикоры, Язык Брукса Альбиноса. И еще кучу всяких... Кучу всяких штук. Вот. Да. Да? Что такое? Я виделся с МГРом. Виделся с МГРом. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так же и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Сходом? Весь север сражался вместе. Чародеи были героями. Короче, я думаю, это что-то важное. Тут ничего важного. А как зелье-то изготовить? Просто зайти в алхимию? Да. Здесь алхимические субстанции, это мутагены. Я лишь хочу просто сразу же посмотреть, может я что-то сделать могу. Нет, не могу. Ну да ладно. Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весенир. Вытяжка чертова корня, чтобы потушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Вот это, кстати, логично. Обезболивающее. И вставь труп. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Ну окей. Ну пусть будет. Давайте по порядку просто. Мне его жалко. Ну за что? Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Ну давай мятлика. Мне прям жалко его, я не могу. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ну давай парей подавать, уже поздно возвращаться. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Ой, рыгает. Фу, да. Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Хераль такой что-то вздохнул так. Опять эта хуйня. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело. Или выжечь эмоции. Ты думал об этом? У меня нет выбора. Я должен. У меня нет выбора. Я все это хаваю. Сейчас у меня нет выбора. Но мы поторопились. Надо было сначала... Господа, пол чище уже не будет. А меня надо бы протереть. Геральт. Не-не-не, мужик. Успокойся, Эскель. Я тебя не укушу. Ну давай.
Мы с ней просто друзья. Запомни это. Несколько часов спустя. Что-то Эскель вообще, блядь, приуныл. Лежит, ничего не делает. Это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутаген. А мы будем использовать заклинание. А почему мутаген не дать? Непонятно. Нет, ну ладно. Ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Не знаю. Расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кере? После того, как мы... Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне весь светится. Лучшая веролецкая сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Ну давай, давай. Ой, бедный Ума. Весь мир вообще не смотрит. А, они проснулись все, типа. Даже Ламберт пришел, ничего себе. Массаж сердца. Тихо. Слушай. Что ты, блядь, весь мир толкаешь? Ты что, нахуй? Ты кто? Нормально, он бэтрипчик словил чисто. Оп, проклятие филактерии. Как в баночке. Та, растатуированный какой-то, ты шо? Я не могу просто. Ты знаешь его? Да. Эльф, Айн Эйлер, знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там небезопасно. Охота. Дикая зигота. Остров Туманов, остров это где? Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Ты шо? Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Согласен. Рейвейн, Арвейн, Хирейн. На Скеллиге, плыви за ним. В мглу, торопись. Быстрей. Я... А чё он выглядит как этот, ласточка? Но проклятие! Охота ещё не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут её сразу. Хватит, Геральт. Смерть ещё не отпустила его. Я отправляю за Цири. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири?
Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет, но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Да, согласен. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Все, проебали. Мы будем ждать тогда. Мы будем ждать, с мечами наготове. Да. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы пятеро? В этой развалюхе? Какая развалюха, блядь, Каэр Мурхен. Лучший замок в мире. Откладывать неизбежное. Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Я соберу союзников. Хорошо. Что будете делать, вы там был? Подпись. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. Есть такие, да. А что будете делать вы, черти? А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалахе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу... Теперь он эльф-ведьмак. Вау. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Мальчики. Мальчики и я. Не мужики, ничего, не парни. Мальчики. Возвращайся быстрее, Геральт. Не, ребята, быстро я точно не вернусь. Так, во-первых, мне нужно поговорить с этим. Нет, подожди, там квест просто был. Дополнительные. Они все в Каэр Морхене, мне нужно их выполнить. Ого, ебать, тут дохуя квестов. Утопцев. А где? А как? А почему? Вообще вот это можно сделать. Правильно. А где этот? Нет, ты мне не интересно. Он же вот насчет лешего, мы с ним так и не договорили. Вот точнее лешего этого вампира. Ладно. Просто пойдем тогда поищем развалины. Ой, поищем развалины, обыщем развалины сигнальной башни Каэр Морхена. И найдем все чертежи школы волка. И сделаем уже нормальную себе броню школы волка. Потому что дикую охоту встречать нужно только в волчьей шкуре. Правильно. Аринею мне нужно собрать, потому что цветов у меня этих мало. Прям очень мало. И они очень часто используются в крафтах. Поэтому... Поэтому вот так. Будем собирать Аринею. На мне до сих пор почему-то висит усилитель Квена. Видимо, в игре прошло где-то полдня за все это время, которое мы там были. Так, ну сигнальная башня уже рядом. Одуванчики я тоже подлутаю. Пригодятся, я думаю. Один пропустил, но неважно. Так, до сигнальной башни... Вот она. До сигнальной башни 65 метров. Или шагов. Мы сейчас еще... А нет, сокращать я не буду. Тут, блядь, умру нахуй. Вот тут можно. Так, так. Вот и сигнальная башня. А, дорога показывает, куда идти. Нормально всем тогда. Надо вообще подъебашить вот эту хуйню, чтобы бегать быстро. И по горам теперь вверх. Ага, я понял, значит нам нужно все-таки лошадь. Пешком это... Хотя ладно, похуй, побежали пешком. Прикиньте, сейчас NPC какой-нибудь встретим. Мы, кстати, тут были с этим... С Эскелем, по-моему. Нет, с Ламбертом. Нет, с Эскелем. А где мечи? Прикола. Часа хуйня, блядь. Мечи снял. Дура, что ли? Ладно. Волк с волками, так сказать, будут. Почему? Бинты спали, как будто. Вот это не игра Ведьмака. Они меня не пробивают. Но с кулака их смешно убивать.
ты там что воешь? На, блядь, тебе двоечку. Все, отдыхай. А мы продолжаем подниматься наверх. С тобой вдвоем, понимаешь? Сейчас найдем школу ведьмака. Снаряжение, школу ведьмака. Это ж вообще кайф, нет? Листья какие-то были еще. Тихо. Нихуя не вижу. Солнце что в жизни ебашит, что тут? А почему на этих гарпии не работает этот рог? Ой, в пизду. Сюда нахуй, блядь. Ты что там? Домой, блядь. Да ты, блядь, летишь. Я не хочу туда идти, я там упаду и умру. Вообще уж сохранение. А, невозможно, да? Я понял. Все. До свидания. Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыпется. Как хорошо, что я сохранился. А где она может лежать? А я опять скатываюсь. Как же у меня горит жопа. Вы даже себе не представляете. Так, ну я тут вижу какую-то... Нам вообще надо просто через контрол ходить. Зимний клинок. Реликт. Вау. У меня такого меча еще не было. Он на весь 8 урона меньше. Не, не хочу. Пауза. Так, это был Валерий непосредственно Неменко. Вот. Он спрашивал, вся ли гигиена по ответам. Так. Укол вины. Письмо с извинениями. Нечитаемо. Все мы делаем ошибки, ибо человеку свойственно ошибаться. Главное учиться на ошибках. Если что-то сломалось, это надо починить. И если из-за нашей ошибки пострадали другие, пострадавшие... В стороне полагается компенсация за потрепанные нервы и потраченное время. А потому мы просим извинений и просим вас прощения. Мы не творим зла. Ой, блядь, доспехи какие-то это. Здесь стоит осмотреться. Так. Ну там почему-то подсвечиваются обычные светилки. Ну ладно. Факелы какие-то. Краснолюдский спирт. Там мечей повыпадало, я ебу. Да, этот хороший серебряный меч. Очень и очень плохой. Минус 55 урона. Вот этот все надо нам снять. Можно просто выкинуть доспехи. Вот. Алкогест. Алкогест мне нужен. Я думал, он опять падает. Так, а где ж еще может лежать тайничок? Ну, скорее всего, где-нибудь с той стороны. Ага. Портал. Не хватает элемента для усиления. Надо здесь осмотреться. Что-то непонятно. Я просто вот здесь вот вижу. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Ардом, по-моему, да? Телепорт открылся, но, похоже, он нестабилен. Один элемент — это слишком мало. Так. Ну, я просто там вижу еще, как бы... Сохранюсь. Ебаные порталы. Хорошо, что сохранился. Я просто думаю, куда можно пойти, куда вообще карта показывает идти, потому что, ну, немножечко непонятно.
У меня новый стилевый меч. Блин, что-то вообще непонятно. Оп, оп, паркур, паркур. Но она показывает как вниз, но там внизу что? Ну пойдем сходим. Пойдем, пойдем. Нахуй иди, блядь. А ты пойдем. Так, это куда вообще? В пизду. Я без штанов. Почему я был без штанов? Почему я был без мечей? Да иди нахуй, блядь. Да, блядь, умри. Наконец-то. Ух, блядь, солнце так светит. Но это наверху. Ой, короче, в пизду. О, плотва уже тут. Побежали, короче, развалины бастиона, посмотрим. Может, там что-то будет. Дорога тут, конечно, блядь, добрый вечер. Дикая охота просто не добежит до замка. Не нужно будет с ней сражаться. Она, блядь, ноги поломает, пока будет бежать. Оля, прикол. Старый бастион. Мы хранили здесь еще молодыми ребятами. Духами населен. Хуйня вопрос. Война хуйня. Важные маневры. Как говорится. И пару сотен хилок. А ну давай. Вот эту хуйню танцуй. Что-то должно их связывать с этим местом. Медальон так и дрожит, а я ничего не вижу. Может, светильник покажет больше? Так, ну я вижу тут. Сейчас. Блядь, ситво какое-то. Где светильник? Ведьмак обычно сражается мечом. Серебряным или стальным. Но должен уметь использовать любое оружие. Дардыш, Чека, прощу. Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь. Все? Интересно. Но здесь продолжает светиться вот эта тема. Я не понимаю, почему она светится. Пойдем наверх, сбегаем. Да какой? Подуй еще, правильно. Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно. Держи стойку. Быстрей, быстрей. Прикольно. Так где еще? Ага, вот тут. Ты мечом машешь или цепом? Режущий удар от запястья, не от локтя. Еще раз. Да повернись ты, блядь. Ну что-то нашли. Отличный северный ветер, да нахуй мне нужен. Хуйню надо выбросить. О, сюда можно зайти, вау. Правда, тут делать нечего. А, это я только что сюда заходил, я понял. Ага. Ты прервал тренировку без позволения. Знаешь что?
Не останавливайся. То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Снимай бинты и возвращайся к упражнениям. Раной займешься, когда я позволю отложить меч. Густёвну скитается дух мальчика, который здесь тренировался. Здесь же и погиб. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Может быть. А может и нет. Бля, ну бастион прикольно сделан. Прям не стыдно так. Стальной меч школы волка нашли мы с тобой, да? Дневник Варина пусть будет прочитан. Так, ну это... Ага, это вообще далеко. Это все волки. Обыскать местность вокруг бастиона, найти кости мальчика, используя ведьмачье чутье. Я только Нотрикс тут вижу. Хм. А где он может быть, интересно? Ну, травы пособираем, хоть побегаем. Бля, в Кэрморхе не прикольные квесты. Мне прям нравится. Ага, тут уже скала. Значит, обратно бежать пешком. Сократить никак нельзя. Ну, хорошо. Я вот думаю вообще, какая мне арка сюжета нравится больше всего. Что-то оно все такое какое-то прикольное, непонятное. Так, ну у него пошла кровь. Может, где-нибудь еще можно что-то посмотреть? Но тут останок нету, правильно? Правильно. Тут тоже нету. У меня на карте что-то светится, но оно такое так по-смешному светится. Я не могу сорвать этот куст. Мне это триггерит. Быть может. Нет. Ля, ну мы тут же останки нашли. Что еще? Округа. Ну вот, щиты останки. Вот тут крысы. Кстати, не мертвые. Плотва, блядь, стоит. Плотва, помоги, а. Будь другом. Ну я могу еще раз бегать. Мне же нужно посмотреть местность вокруг бастиона. А не в бастионе, правильно? Или нет? Не, ну тут мы были. Нострикс еще один. Тут барашек много. Может, барашек убьем. Подзаколим чисто на ужин. Но я не знаю, меня бесит, что у меня... Ой. Плотва что-то испугалась. Что делать? Как какать вообще? Научите кто-нибудь какать. Может, наверх надо залезть? Да вроде нет. Хм, странно. Вообще понятия не имею. Я успел нажать сохранение на всякий случай. Короче, обратившись к источникам, я понял, что нужно попасть внутрь башни. Тут где-то должна быть лестница. Я так понимаю, что лестница это вот это, вот так. И потом нужно зайти вовнутрь какой-то башни. Но тут их, блядь, дохуя, и какой именно, непонятно. Может быть, вот этой.
Вот лестница, потому что да. Нет. Не этой. А нет, вот она. Все, нашли. Наверное, это его призрак обитает в бастионе. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Его вилами заковали. Ужас какой. Светильник не использовали. Рок, что-то случилось. Что-то дурное. Спрячьтесь и ждите, пока я не вернусь. Да, я знаю, что вы учились драться. Только вы по-прежнему ни черта не умеете. Полезайте между скалами и молчать в тряпочку. Вилы. Ни одна резня без них не обходится. Так я же уже поднял кости мальчика. В пизду, короче, им забаговались квесты, потому что я не в той последовательности их выполнял. Смешная игра немного. Блять, ну это лестница, это что-то с чем-то. Где там призраки? Призраки. Они попытаются меня задержать. Блять, 7-го левела вы шурофлите. Мог бы даже не осыть, не пить. Там плотва даже пизды дала. Тупо затаранила одного из них. А ты там шо? Ты думаешь, ты что-то можешь? Или ты что-то хочешь? Спи спокойно, малыш. Все? Тю, вставай давай. Так, ну у нас вообще-то, ну, ведьмачьи заказы, охота за сокровищами. Ага. Ну давай кристалл найдем. Тут призраков надо подлутать. Сколько там уже серии идет? 32 минуты. Находим кристалл и заканчиваем. Блять, нет, Каэр Морхен — это лучшая локация. Серьезно, она очень красивая. Красивее, чем Скеллиге, но похожа на нее. Но Скеллиге мне нравится меньше, чем Каэр Морхен. Я понял, плотва, блять, иди нахуй. Геральт, может, ты хоть бегать начнешь, а? Да ебаный в рот, а как мне кристалл там найти? А, может, мне надо просто стену проломить? Как вариант. Нет. Реально нет. А что потом? Так, я понял, куда надо идти. Тут, короче, оказывается, в одной из версий Ведьмака был баг. Вот, но я попытаюсь это сделать. Нам сюда. И потом... Вот и кристалл. Мы его сейчас вставляем. Так. Ага, да, в этой пещере. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, и всем пока-пока. И на то, в хату.